11 апреля в актовом зале районной администрации прошло очередное планерное совещание. Началось оно с торжественного вручения паспортов молодым людям, достигшим 14 лет, и передачи благодарственного письма от краевой администрации специалисту Северской центральной районной больницы Татьяне Курочке. На совещании обсудили меры по обеспечению пожарной безопасности и подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду. С учетом погодных условий в районе скоро введут особый противопожарный режим. До конца осени разводить костры будет запрещено. Несоблюдение обязательных требований пожарной безопасности, перечисленных в правилах противопожарного режима, влечет за собой наказание в соответствии с уголовным или административным кодексом, в зависимости от тяжести и последствий нарушения. Штрафные санкции в отношении граждан, должностных юридических лиц варьируются от 200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается до 400 тысяч рублей. Обсудили вопрос создания дополнительных подразделений пожарной охраны. Они необходимы в целях защиты населенных пунктов Северского района, не прикрытых в противопожарном отношении. На территории Северского района из 48 населенных пунктов неприкрытыми остаются 10 населенных пунктов, а именно хутор Коваленко, хутор Кошарский, станица Калужская, поселок Чебинь, поселок Планчинская Щель, станица Крепостная, Мирный, Хамаха, Шабановка и станица Лубинская. Также обсудили готовность сельскохозяйственных предприятий к весенне-полевым работам, задолженности предприятиями служб ЖКХ района, замену водопроводных сетей и другие вопросы. Глава района Андрей Дорошевский дал поручение главам поселений устранить предписания по пожарной безопасности в ближайшее время. Также нужно провести разъяснительную работу с жителями по надлежащему содержанию земельных участков.